Ленок, приехала к тебе на район, связи нет, дозвониться не могу. Сейчас, если девочки как-нибудь с тобой не свяжут меня, поеду обратно. Капец. На втором этаже 20%, здесь полная замена. Сейчас посмотрим. Какая винтажная плюшечка. Между прочим, шить мишечек. Винтажная. Сейчас я подумаю. У меня сегодня день вышивок. Ого, какая огромная вышивка. Громадная. 200 рублей единица. Такая летняя сумочка. Смотри, какая классная. У меня сегодня день вышивок. Я уже в третьем секунде. У меня день вышивок. За Христмас. Похоже, видела уже. Хочу показать. Какой интересный поясок. Прям такой винтажненький. Интересный. Это магазин. Красивенько. Квадраты перекошены. Это тоже магазин. Ну. Фабричная, красивая. Там бирка я увидела. Да, бирку увидела. Нарисован птички. По-моему, это очень винтажная вещичка. Не дешевая. Если перешить из нее что-нибудь. Ой, какие пуговички здесь. Может, тут одни пуговицы стоят того, чтобы ее купить. Класс. Каприки няня. Кофта вообще бомбическая. Штаны класс. Я люблю, она приглушенная, вроде вся цветная, цыганистая, но приглушенная. Это вырезала. Блин, подплечники у тещи. Она еще, слышишь, 90-х годов, фасонная это. А новая, где-то висела в шкафу. О, ой, да, давай снимай. Она очень большая. Вот. Ну, то есть шифон нужен для чего-то, цвет да. Шикардосный. Угу. А пуговички? Да, тут все хорошее. Угу, угу. Конечно, как тут же я. Ты красиво. Думаешь, для чего я приехала? Ну, красиво тут сильно не развесишь. Красиво не раз... особо не развесишь. Ну, на полтора часа не хочется растягивать. Сколько здесь единица сегодня? 200? Цвет шик. 250. Ой, а это платьишко с замком. По-моему, по спине. По-моему, замок по спине. Ух ты, какое. С разрезами. Не пойму, где выточка. Это, наверное, такой фасон. Без выточек, да. Ну, конечно, уже винтаж, но ткань классная. Вот такая осмара. Ну, я так и подумала, что какое-то качество хорошее. Ну, осмара сразу. Такое я люблю. Ну, юбочка. Да, ношенная сильно. Детская. Детская по 150. Ну, немножко, конечно, юзана. Я не туда, что тут еще сумки. Какая сумка? Ручка с дефектом, жалко. О, это какая яркая. Ой, упустила. А вот какая эко-сумка. Веселенькая, с паучком. Новый товар. О, вот такие люблю. Ау! Ау! Снимай. Хочешь, и что хочешь, можешь.
не прятаться, разговаривать. Ну, я уже стиль не особо поменяю, ты же понимаешь. Ой, глянь. Да, это косунка, ага, ясно, классно. И она постирается. Сколько? 150, да? 200. Не, ну косунка стоит 200. Замок. Сейчас я гляну в середине. Да, 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 вообще не будет. Это даже хоть цвет, хоть не цвет. Просто даже вот так вот, вот такой длины наложить. И как бы большого труда нет. Я такого не видела. Меня девочки просили детское поснимать. 150 детская, да, за единицу? С воскресенья, с понедельника. Ну, это следить надо. Следить надо. Вот так вот. Чтобы было понятно, кто интересуется, кто в Донецке приедет. Детская всегда классно. Можно найти. Просто прелесть. Ой, какая прелесть. Без рукавочка. С обратной стороны. Сейчас я с той стороны зайду. Вот какая. Для куколки. А, я думаю, что он так близко. А я же это подвела ближе, а теперь не могу понять. А, какие. Хорошенькие есть детские вещички. Ой. Расчесать. Простернуть, расчесать. И как новая. Ой, я такие очень люблю. Очень. Ой, прошу прощения. Палец подставляет все время. Я не помню, что у меня с телефоном. Надо смотреть. О, я сегодня от детского не отойду. Какая красота. Да, вообще просто прелесть. Такие классные. А, ну да. Фирменная, фирменная. Хорошие какие. Ой, прелесть. О, пошла. И она тебе подходит. Всем привет. И от меня? Да. Подписчица моя, кому интересно. Между прочим, очень. Гляньте, какой интересный. Пуговички, пуговички. Прям такой интересный винтажик. Я люблю эту фирму. У меня сумка есть. Вообще. И молодежь скупляется. Люблю такой цвет. Коралл, да? Ну, какой-то. Да, еще зеленый, какой-то. А, да, да. Свитерок ангора. А вот такой цвет. Кубка, конечно, грязь. Конечно, его почистим. Вот цвет. Вот цвет, да. Цвет точно. А этот тоже симпатичный. Но его почистить бы. Цвет. Ну, твой цвет, ну да. Да, люблю. Национальный какой-то винтаж. Ой, кто-то там падает. Ой, как симпатично. С подтяжками. Угу. Ну да. А будет видно, как-то непонятно. Ну, ее неправильно немного сделали. Ее, по-моему, наизнанку одели, вот что так. Ли? А, вот так. Ну, как оно должно быть? Неправильно ее, короче. Пришили, что вот, ли, неправильно? Вот. Она должна была быть. А, снизу. Ее, наверное, может быть, ее нужно через шею перекинуть. Да, ну. Дырочку можно закрыть. Да, пятнышко. Да, да. Угу. Очень черненький. Кто носит черное? Да. Видела? Я ее мерила. Ну да, ее нужно вот тут вот задекорировать. Вот когда она будет 20 рублей стоить. Мы ее заберем и задекорируем. Вот тут. Ага. А знаешь что? Знали.
на машинке вышить цветочки на какой-то тонкой ткани. И потом сюда ее нашить еще с бисером, а так она сыновья. Я бы так. Сейчас, девочки, я вас убью. Очень классный свитерок, он, конечно. Ну, он классный. Да. Слушай, какой класснявый. Вообще. Надо мерить, смотреть. Ну, еще детская. На наш отпад. Ну, глянь, даже под эти... Он, надо же не отойти. А то дочь скажет, неправильно снимала. Слушай, а она стройнит как? Ай, просто... Можно, да, а чё нет? В смысле, может, они вместе издавались, а их просто развесили по отдельности. Ну, вообще просто. Кино. Да. Занавес. Хитики. А, ну, конечно. Как эта фирма, так классно. Детский человечек. Детский человечек. Уже идею зайца для своей свободноходовой вышивки. Боже, какая красота. Щеча. Ага. Но все равно хороша. Ух ты. Смотри. Это что-то, это самое, да? Это круто. Да? А, я не знала. Круто. Это изнанка. Длинные, да, я люблю такие. Индия. Ну, конечно. А, мне такая встречалась тоже. Они хорошие, да. Вот это интересно. Это я ответила. Очень интересно. Это же. Мне не идет фасон. Хочешь, прикинь? Я такие бледные, ну как бы не всегда ношу, но она классная. Мне нравится. Мятный. Фасон такой. Что мне надо, надо думать, что под низ. Я нашла. Да. Отпад. Да. Нью-Йорк. Красивая вещичка. Лягушка. Какой же размер, интересно. Подленчик. Это уже идейка. Угу. Это даже грудь, я думала, это спинка. Ага, что там за фирма? Там она стертая. Стертая. Ага. Цвет такой интересный, да? Да, это только надо вот перебирать. А так вроде глянула одним глазом, ничего не увидел. Цвет. Класс. Ага. Натуральненький. Цвет. Ну вот хочу такой, знаешь, цвет деним. Не могу найти. Ну, такие классические ровные джинсики. Темные. Ну, чтобы такие вареные были. Это размер. Ого. И вот. Это на спину, да, наверное? Нет, это грудь. Это грудь? Без белья можно. Это грудь. Ну, это кому как. У кого насколько позволит без белье. Без белье. Ну, размер ого. Хороший. Спина? Да. А я просто такие маленькие, они мне как-то, как, знаешь, тельные. Ой, и мне нравится. Как-то остерегаюсь носить. Какая прелесть. Монстера сейчас же они в таком тренде. Рисунок, рисунок. Да, да, рисунок. Монстеры. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, все послушают и расскажут мне. Комментаторы. Выключу. О, да вырезали. Потому что они кочуют. С места на место, ага. Классная.
Лисичечки, ну детская. Угу. Шитье. Ой, я так люблю шитье вообще. Люблю такое. Я вообще сижу с башни этой. Да. Вот это интересно. Люблю тоже такое. Класс. Классно. Вот я такое люблю. Да. А посмотри, как она сделана. Ага. И лицо, и профиль. Классно. Какая-то непонятно, да, имя? Непонятно. Не видно. Телефон. Кстати, видно. Сел телефон. А ну-ка, достань ее еще раз. Пауэрбанка нет у тебя? Там, ну, смысл покупать. Я себе с этого деньги имею, а то так снимаю ради удовольствия. Надо было сказать, я бы свой взял. Тоже классная. Да? Угу. А, да, это хорошая, кстати. Я люблю полосатые. Цвет не мой, но полосатые люблю. Коралл-то он коралл, только фасон. Это классно. Шубка очень симпатично смотрится. Ой, что это фамилия? Какая это фамилия большая. Хочу вот такое, однотонное. Непонятно. Дочь будет меня ругать, скажет, что ты по 40 секунд наснимала. Ля, класс. Телефон подзарядить. Не потому, что не зарядится, он забитый. Ух, какая. Ух, какая. Жаль, что мало. Вот сколько смотришь, столько и удивляешься. Ну, ты посмотри. Ну, какая же интересная. Большущая. Ну, конечно, уже ношеная. Ну, классная, какая интересная. Ну, что, я здесь смотрела. Ну, смотришь и не видишь. Ой, какой красивый. Какой красивый лоскуток. Чудо. Чудо. Прелесть такая. Вот какая интересная вещичка. Ну, какая. На худенькую девочку. Это интересная какая. Прям это ручная работа, по-моему. Не вижу бирки, а связана крючком. Ну, какая здоровская. Класс. Ну, у нее там принт был, город. Ой, это я обожаю такой принт. Ой, ну тут детская шикарная. Вообще просто. Сейчас посмотрю. А, шляпы. А можно, да, ее привести в чувство? Мило. Все гладится. Даже... Угу. Боже, какой классный. 330. Сегодня 20%, да? Туфли венчально-погребальных. Хреново тьма. Ой, прошу прощения. Это надо будет вырезать. Вышивка. Все как всегда, любимая. А, это изнанка. Ой, красивая какая. Цены, конечно, не маленькие. Но любимая вышивка. Клетка красивая какая. Ну, салфеточка, салфетушечка. Лоскутики, юбочка такая на лоскутике. Я такую сумку уже видела где-то совсем недавно, между прочим. В другом магазине. Тут у нас сумка. Надо посмотреть, сколько она стоит. Сумма, конечно, здесь немало. Но цены, я вам скажу. Такое впечатление, что я эти сумки видела в другом. Но я их видела в другом магазине. Или это те же самые сумки, или это похожие. Сейчас посмотрю цены ее. Вот та белая 550. Ну, это дорого. Она, конечно, в хорошем состоянии, но отдавать 250 как-то не очень, мне за нее все равно хочется. Очень винтажно. Ну, конечно, классно. Тю-тю-тю. Подписываемся, ставим лайки. Всем привет. Thank you.
красивый лоскутик. Музыку придется убирать. Слова не знаю, как переносить. Но по-другому тут никак не снять. Значит, будет молча. Или потом переозвучу. Классные вещички, но музыка просто трындец, конечно. Ой, я прошу прощения за свой французский. А, вот это мне понравилось еще. Рубаш. Вот этот красивый лоскутик. Огромная блузка. Супер. Атмосфер 380 минус 20%. Мне бы вот такую тканюшку взять. Ух ты. Да, очень даже. Интересно. Под лосины, да? Нет? Вот это хорошо. Ага, ну это классический. Бирюза. Бирюза и коричневый. Ага. Ну вот эта рубашка просто отпадище. Ну красивая. Вышита. О, она еще и вышита. Ну конечно, 280 минус 20% шикардос. Ну да. Прям хохлома. Хохлома. Прям Индия. Или гжель, ага. И вот эти прям классные. Хлопочек. Нажала, отключила. Ну ничего страшного. Лен. Сколько она? 160. Не пойму, не идет, идет. А вот той барышне показать под ее туфли. Класс. Вообще. Классные какие блузушки. Это люкс. В очень даже хорошем состоянии. Я сейчас я посмотрю, сколько же она стоит. А? Нет, за такую цену я не хочу брать, но сумку хочу эту. Хотела я снимать, но вернулась, все-таки сам сниму. Очень симпатичные вещи есть, конечно. Такие классные. Минус 20%. Сарафанчики симпатичные. 440, но этот шелк мне не интересен. Очень интересно. А пуговки какие сказочные. Симпатичная какая. Чья ж она? Не нахожу имя. Ух ты, это даже с биркой. Это даже с биркой. Какое? Оно еще и новое. Оно новое, да. Тут мой маникюр не показывает. Страшненький. А ты не акцентируй. Совершенно как она классная. Ух ты, сколько же она стоит? Имя. 330. Турбуленс. Классная. Бывает, причем да. Я все его хочу украсить. Какой интересный. Да. Сумка для собаки. Она, конечно, в отличном состоянии. Но... Это сошью. Но она 440. Как бы не совсем не стоит, честно тебе скажу. Но в магазине столько стоит в таком. Это спортивный, может, он какой-то. Ой, замки шикардосные. Ага. 170, потому что американский. А так был бы дороже. Ой, какая. Ой, какая классная. 550 минус 20%.
Просто чудо. Просто чудо. Я не поняла, сняла или не сняла. Ты видела вот эту рубашку с капюшоном? Просто отпадище. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, я обожаю такие вещи. О. А ну-ка, пиздюк. Ну да, она какая-то. Телечка. Вот какая она классная. Красивая. Угу. Классная. Угу. Не видно. Как бы мне себя. Класс. Цвет симпатичный. Прямо вот я такие видела. Лейбы. Длинная есть. Красивая. Зелененькая. Она немножко форму уже потеряла. Ой, я говорю, как... Я уже в одной... Ой, хоть бы успеть до дождя. Как я уже говорила в одном своем этом видео. Усталые и довольные, да? Мы вернулись домой. Так и я сейчас поеду, заберу свое. И поеду. Ты меня посадишь на транспорт? Давай, сейчас по улице пройдемся. Да, пройдемся, мне еще надо.